Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Забытые электромобили прошлого или 2000 километров на одном аккумуляторе». Значит, попалась мне интересная вот такая вот книжка в библиотеке Нью-Йорка про электрическую компанию «Бэбкок Электрика». Значит, 1905, предположительно. Давайте немного об ней прочитаю, а потом уже я вам покажу, при чем здесь один аккумулятор и 2000 километров. Значит, откроем мы вот так вот Википедию. Читаем. Бэбкок Электрик Кэрридж Компани, производитель электромобилей из город Буффало, штат Нью-Йорк. Компания производила электромобили с 1906 по 1912 год. В 1906-10 годах выпускались электромобили. Так, 11 видов автомобилей выпускалось. В 1908 году в городе Буффало эксплуатировалось около 300 электромобилей. Они использовались в основном компанией по доставке. В 1912 году Бэбкок Электрик Компани слилась с компанией Буффало Электрик Вехикле Компани. Всего в 20 веке в Буффало работали около 30 автосборочных компаний. Значит, обратите внимание, Википедия нам ничего не говорит, что ездили они 2000 километров на одном аккумуляторе. Давайте, значит, вот тут вот перейдем по ссылочке. Посмотрим фотографии 1905 года. Что нам тут покажут. Электрические автомобили компании Буффало с 1905 года. Вот, значит, фотографии, обратите внимание. Читаем. Группа, в основном женские автомобилисты, собрались перед фонтаном в художественной галерее Олбрайт Сити 1909. Фотография появилась в каталоге Бэбкок, автомобильная компания Буффало. Они сидели в стиль под названием Стенхоул. Также производятся другие компании, которые участвуют в одном сиденье. Складной ткани... Ой, блин, какой поганый перевод. Ткань верхняя, передняя телега, румпель руля, буйвол 1904, стенхоп, стоимость 1640 рублей. Ой, долларов. На данном этапе производства автомобилей все автомобили были приобретены богатыми. Смотрим, вот они, значит, эти автомобили. Читаем. Типично богатой паре из Буффало могут иметь два автомобиля. Электрический для женщины в семье и бензинное авто для мужчин в семье. Электрический автомобиль был тихий, легкий для того, чтобы работать. Без вредных выбросов, скорее всего. Он также был тяжелым, медленным, не взбираться на холмы нужно перезаряжать после 20-50 миль. Такой автомобиль был быстро продан женщинам, врачи, доставка предприятия иными лицами, проживающим в городских условиях, где электричество для подзарядки было доступно. Автомобильный бензин уже принял мужчин за его скорость и переносимость, то есть он может тур в сельской местности и быть повторно заправлен на бензинной станции, которые быстро возникают вокруг западного Нью-Йорка. Автомобильный клуб Буффало, посещением клуб, бензин, его состав был мужчина. Ну и перевод, ё-моё. Хотя в 1900 году равное число электрических, бензиновых и паровых автомобилей было произведено в США, оно быстро стало очевидно, что электрика не будет преуспевать в конкуренции с бензином. Модели становятся более надежными каждый год. Если революция в батарее шла... о том, что в результате более легкий аккумулятор, который будет производить больше энергии на длительное время на одном заряде, Томас Эдисон взял на себя эту задачу,
Смотрите его оптимизм здесь. Можете, короче, кому будет интересно. И не производит ранней щелочной батареи. Но он не был достаточно мощным, чтобы заменить свинцово-кислотные батареи, использующиеся в электрике. Ну и, короче, ТРП тролливали. О чем тут речь ведется в этой статье? То, что значит говно эти электрические автомобили. Давайте, значит, теперь посмотрим. Я вам покажу. Вот как теперь выглядит эта компания. Bangkok Wilcox. Взялась она за котлы и энергетическое оборудование. Вот так она теперь выглядит. Смотрите, вот. То есть, отбросили они, значит, не стали они далее разрабатывать тему с электромобилями. Так, вспоминаем, значит, 2000 километров, я вам сказал. Точнее, ребята, это было 1244 мили проехали эти автомобили. Перевести в километры, и получилось 2002 километра и 200 метров. Ну а теперь давайте, значит, посмотрим эту интересную книгу. Вот так она выглядит, ребята. Babcock Electric. 1909 карандашком вот написано. Ну, может быть, и раньше. Вот, значит, так вот выглядят эти заводы. Babcock Electric. Вот так вот выглядит, смотрите, модель стоит, цена 1600-1800. Модель, цена. Пожалуйста. Пожалуйста. То есть, ребята, о чем это говорит? Что электрические технологии раньше разрабатывались, но... Победила бензиновая технология, скорее всего, потому что, сами знаете кто, нашел нефть. Ну и вот теперь, ребята, смотрите. Вот здесь говорится, что проехали на аккумуляторе 1244 мили. Смотрите, и вот он, значит... путь, как они прокатились. Видите, можете, значит, сами посмотреть, кому интересно, ссылку оставляю, ищите, интересуйтесь на этом интересном сайте, может быть, что-нибудь новенькое найдете, присылайте, пожалуйста. До свидания, подписывайтесь на канал.